сиреневый куст оказался не густ. И мы под кустом, Валя, очутились внезапно. Сиреневый куст оказался не густ. Но это ведь правда, Валя, это голая правда. Ой, Валюх, за что я тебя люблю? Знаешь, это за хозяйство. У тебя большое хозяйство, Валя. У тебя, понимаешь, Валюшка, вот я тебе должен сказать, что у нас на работе в МТС, ты же знаешь, тоже хозяйство немалое вообще. Но бывают проблемы. Вот было вот осенью, в октябре. Сидим все, понимаешь, пацаны, играем. Кто в карты, кто в домино. Соляры просто, а нет, техника стоит. А чё напрягаться-то зря? А я говорю, ребят, чем карты играть, вот домино, понимаешь, двигать. Лучше подумали о шестереночной втулке. М1964RG от косилки. Она же перегревается. Там шестерня, которая работает в режиме циклового все время напряжения, понимаешь? Она, как тебе, Валь, рассказать? Она, понимаешь, она все время идет в одну сторону, по часовой, понимаешь? И перегрев трения, значит, создается с осью. И она нагревается, понимаешь, и ломается. Я говорю, ребят, а что если взять, поставить дополнительную, значит, шайбу, и они будут работать в противофазе, понимаешь? Видишь, в противофазе обе работают. О, вот так, видишь? Одна нагревается, вторая остывает. Нагревается, огревает. И пацаны напряглись, так знаешь, ну, я-то в цеху. И Митрич говорит, Валера, а это уже, извини, брат, рационализаторским предложением попахивает. Ты меня, Валера, конечно, извини, я понимаю, что ты очень любишь свою работу. Мне совершенно неинтересно слушать про втулки, про... Да? Да, соляры. Так а по весне, помнишь, ситуация была общеколхозная? Вышли мы всем МТС в поля. Сеялки, веялки, косилки, трактор, значит, бульдозера, все, посевная, ёшкин кот. Выстроили, все. А соляры-то нет. И все что-то напряглись, все выстроили, за соляры нет, понимаешь? А я говорю, ребят, я говорю, в соседнем-то селе наоборот, соляры дофига, один трактор. А что если нам отдать две косилки с этими втулками, которые я предложил, понимаешь? Две веялки, да и трактор один дать, все равно не ездит. А у них, блядь, соляры, понимаешь, и половина техники сразу же выйдет, что пацаны-то копытом бьют, понимаешь? И Дмитрий говорит, Валера, вот при всех прям говорит, а это уже патентом попахивает, милый ты мой. Понимаешь? Валер, ты мне, конечно, прости. Мне совершенно неинтересно слушать про соляр. Да? Угу. Ну, а другой случай был совершенно вообще с этим не связанный. Весной, когда Волга с районным начальством-то в половодье между Шушунами и Ильюнами села-то с колесами вообще. Тащить-то надо вообще, руководство все-таки. Чем там сидеть, не выйти, не сообщить. А соляры нет. Как тащить? Я говорю, ребята, есть предложение. А если взять червячный механизм от простого мотоцикла, взять гужевое усилие от лошади Зорька, понимаешь, и просто вот зацепить, знаешь. Посмотри, видишь. И Дмитрич говорит, Валера, а это уже не только премия. Это и 13-я, может, даже всему МТС. Мне совершенно неинтересно слушать твои рассказы, Валер. Да? Я понял, Валь, тогда песня. Ах, Валя, сиреневый куст. Валер, вот уже 10-й сезон ты ходишь ко мне домой. Ровно 10 лет. Когда ты меня замуж возьмешь? Валя! Валюх, да ты чё? Ты из-за этого грустная, что ли? Да. Я сижу, нифига не пойму, Валька что-то грустит. Я ей лучшие хиты свои рассказываю, понимаешь? Соляры нет, а мы все равно идем, понимаешь? А ты из-за этого? Конечно. Валя, Валюш, ну понимаешь? Ну весна не за горами, Валя. Валя, вот весной, вот начинается весна. Вот только она начинается. Придет цистерна соляры.
И мы с тобой обязательно, Валя. Ну, обязательно просто. Ты и я. Сядем за этим столом и обсудим эту проблему, Валя. Сиреневый куст оказался не густ, и мы под кустом очутились внезапно. Сиреневый куст, слышно веток лишь хруст. Ну это ведь правда, Валя. Эх, Валя, хочешь про дизельное топливо рассказывай? Пойду я пока к ребятам. Втулку заточим.